Перед началом ролика хочу посоветовать канал Хомяка. Много интересных видео на тему CSGO Minecraft, а также большое количество спидартов различных ютуберов. Ссылка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алекс, и я рад приветствовать всех на моем новом видео. Сейчас нахожусь на сервере Mineplex, и сегодня мы будем играть в такую мини-игру, как Build Battle. Ну, название говорит само за себя, то есть битва строителей. И в данной мини-игре присутствует 12 игроков, где каждый соревнуется в строительстве. То есть у кого лучше постройка. И каждый оценивает ее. Сейчас давайте найдем эту игру. Где она здесь? Так, здесь я что-то ее не вижу. Давайте лучше выберем это по компасу. Вот эта игра здесь, Master Builders. Нажимаем, выбираем один из серверов. Вот этот. Все, мы зашли. Осталось только дождаться начала игры. Вот, у нас как раз 11 секунд до начала. Все, отчет пошел. Так, сейчас мы узнаем, что на этот раз мы будем строить. Что нам предложит Mineplex? И это... Что за тема? Weapons. Оружие. Ага. Так, давайте, значит, точно должна быть черная шерсть. Много черный. Не знаю, обсидиан. Ладно, давайте попробуем сделать какой-нибудь, там, пистолет, допустим. Сейчас давайте его... Пусть он будет... Сначала из черной шерсти. Так... Сюда мы поставим черную. Это, ну, типа будет рукоятка. А, значит, тут здесь нужно быть вот так. Ну, примерно сейчас. Так, сейчас посмотрим, как здесь выйдет. А, ну, да, надо еще понадобится, наверное, коричневая шерсть. Для красоты сейчас добавим. То есть, где она? Где у нас коричневая шерсть? Коричневая шерсть. Ну вот она. Так, добавим давайте ее вот сюда. Так, у нас еще 4 минуты есть в запасе. Вот так. Так, ну это примерно. Здесь заставим давайте. Так, вот сюда добавим шерсть. Так, теперь дальше нас будем настраивать. Так. Ну, это получается какой-то, да, немного у меня револьвер, типа револьвера. Здесь может быть так примерно. Да, можно будет. Не, вот так, вот, лучше черной шерстью. Вот. Так, мне вот это лучше убрать. Здесь добавить такую штукенцию. Вот так, да, примерно вот так. Или, не знаю, может быть, здесь серой шерстью или черной, даже не... Ну, ладно, вот так оставлю. Вот так, да. Так, теперь можно что-нибудь еще добавить сюда. У нас еще в запасе 2,5 минуты. Так что тут можно похимичить еще. Не знаю, не хочу, чтобы это торчало. Можно вот так просто заставить это. Вот так, даже еще доделать. Вот так. Так, а как у нас там? Ага. Посмотрим. А, вот так все заделано. Теперь понятно. Здесь также заделываем. Не-не-не, здесь мы оставляем. Вот так, да. Здесь заделываем. Да, вот так. Во, как раз. И вот сюда. Так, вот здесь у нас что-то какие-то пробелы. Я не пойму, что за пробелы. А, во, все, типа. Подожди, что-то я не понял. А, я же закрыл, да. Все, вот теперь все верно. Так. Сюда можно даже... Ой, я что-то переборщил. Сюда можно...
можно коричневой шерсти добавить. То есть не коричневой, а серой. Так, что у нас дальше выходит? Так. Не, даже можно побольше это сделать. Вот, вот это у нас типа револьвер получается, ну такой, довольно, так, у нас одна минута. Так, а здесь типа пуля, можно сделать пулю. Пуля, что у нас там она сделает? Так, давайте, уху-ху-ху-ху, ладно, золотую. Так, 30 секунд, так. Вот так, и можно какие-нибудь там добавить частицы, даже знаю какие, вот эти, ну типа как раз это, происходит выстрел, и как раз вылетает оттуда пуля, да, такой с огоньком, ну вот, пока что-то. Ну, примерно вот так. Так. Все, давайте оценивать. Так, это, походу, какой-то молот. Да, это типа молот. Даже не знаю, ну, не очень мне нравится. Поставлю мех. Нет, мне не нравится. Слишком уж плоский. Не очень-то и красиво даже получилось. Так, а это что у нас такое? Это какой-то паркур? Нет, это ужас. Это настоящий ужас. Это вообще не относится даже к этой теме. Все, чувак у нас фейл. Неудачно у него вышло. Так, здесь у нас что? Похоже на какой-то леденец. Или, может быть, это он хотел изобразить меч. Какие-то трезубцы. Как у вас тут ассасина. Это я не знаю. Черт, я забыл проголосовать. Ладно. А это... А, чувак, что-то... Это пингвин? Нет, мне не нравится. Это мех поставлю. Мне не нравится просто. Тут вообще сложно понять, что здесь изображено. Дальше. Это, походу, недоделанный АК-47. Или... Да, походу, он вообще... Я даже не знаю, что он пытался сделать. Тоже мне не нравится. Тоже мех поставлю. Не очень получилось, даже не доделал. Ну, друзья, ну во что, фантазии нету, что ли? Ну что же у вас все такое тянет на стандартные итемы из Майнкрафта? А это, похоже, какой-то тоже меч или полутопор. Ну ладно. Так, здесь у нас пистолет. Как бы постарался, так... Ну ладно, поставлю ему... Окей. Так, скоро дойдет до меня очередь. Нет. Ой, боже мой, что это? И притом еще дождь включил. Нет, это ужас. Это ужас. Это тихий ужас. Это вообще... Не знаю. Так, второй чувак получил фейл. Нет, ну вы чё? Нет, это... Ну опять, ну говорю, у вас что, фантазии нету, что ли? Я тоже так мог сделать, конечно, там, мотыгу или всё, что угодно сделать. А, поставлю Моцуки, что-то так, среднее, между хорошо и не очень, потому что у них нету идей. Так, а вот как раз очередь дошла до меня. Конечно, жалко, что я не могу сам себя проголосовать, было бы классно, я поставил бы себе. Ну, где-то хорошо примерно. Так, дальше. Так, у нас тут еще один меч. Нет, чувак. Это уже надоедает. Реально, уже надоедает. Так, поставлю мех. Так, что у нас что, все, что ли?
ясненько, все понятненько. Так, сейчас узнаем, что нам еще дадут. Так, какая на этот раз тема для строительства? Библиотека. Библиотека. Я даже знаю, что сделать. Просто сделаю книжную полку. Вот самое лучшее. Нам понадобится зеленая шерсть. Ладно, где-нибудь такая. Красная. Коричневая. Просто сделаю книжную полку. Ну или несколько книжных полок. Вот так. Надеюсь, я успею это сделать, потому что я хочу такую довольно большую сделать. Так. Ну, это типа как каркас, можно сказать, для наших будущих книг. Мне даже можно еще на блок повыше. Так, у нас 4 минуты в запасе. Думаю, должны успеть, да. Просто сделаю книжную полку. Так, сюда можно залепить даже книги уже. Так. Сюда книжонки. А, здесь можно даже добавить белое или не знаю, как это. Типа, да, здесь книжки вот такие объемные. Здесь у нас белые страницы. Или не знаю, может в одну линию сделать. Даже может, побольше, вероятно, да. Не совсем я рассчитал. Сделаем это побольше. Так, 2,5 минуты. Здесь у нас книги. Вот так. Повыше сделаю. Так, 2 минуты. Должны успеть. Так, заставляем это все. Заделаю. Закрываем нашу полочку. Надо бы еще поставить, наверное, успеть табличку, чтобы люди поняли, что это у нас книжная полка. Так, у нас 1,3 минуты осталось. Так, это вот так делаем. Так, вот что у нас там? Дырка. Еще не пойму. Ладно. Так, дайте залететь мне. Так, здесь красной шерстью заделываем. Ну вот, можно сказать, типа у нас книжная полка. Типа. Не знаю, даже... Так, типа, даже можно сказать. Ладно, давайте поставим... Ну, вот такая примитивная получилась. Поставим табличку. Где она у нас? После этих обновлений уже не знаю.
знаешь, куда ставить. Так. Готово. Ну, типа, все. Время вышло. Это какой-то бункер. А, вот, Либерли, библиотека, библиотека. Ну, так, средненько. Я опять забыл проголосовать. Так, опять у нас куча всего. Ох ты, сколько книжечек. Это, типа, у нас такой компьютер. Ладно, здесь поставлю его хорошо. Так. Так, дальше. А это какой-то дом. Это скорее... Тут типа, несколько книжечек, это библиотека у тебя? Это скорее постройка дома. Нет. Нет, мне не нравится. Опять дом. Или это... А, нет, вот библиотека. Давайте сидим, что здесь у нас... Ух ты! Ну все, реально, тут можно тут брать книжку и читать. Довольно неплохо, ладно, поставлю тут. Ах, опять не успел я. Надо меньше комментировать, быстрее ставить. Так, ладно, поставлю. Не очень. Ну ладно, хорошо, поставлю хорошо. Да, заслужил. Вот тут пару книжечек. Столы зачарования. Столики, ну да, похоже чем-то. Но мне скорее показалось, что это похоже на кафешку. Так, а это... место, как на серверах. Осталось только здесь поставить стол зачарования, и все, можно зачаровывать вещи. Ладно, it's okay поставлю ему. Так, а вот мое. Я не знаю, я не уверен, что кому-то это понравится. Реально, мне самому даже не нравится. Да, надо было... Эх ты! Провалился, неудачник. Опять домик. Мех, мне не нравится. Дальше. Так, у нас... Вау, вот так, да, так неплохо. Ладно, поставлю ему. Тоже хорошо. Так, короче, здесь с библиотекой у меня не прокатило. Такая, походу, дом. Не, чувак, это дом, это не библиотека. А, во. Ну, как-то все одинаково. Нет, притом даже не достроил тут. Это победило? Ну да ладно. Ну что ж, друзья, всем спасибо. С вами был Алекс. Это была игра на серии Mineplex Build Battle. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.